Добро пожаловать на матч первой лиги зимнего первенства города Москвы по футболу между командами «Строгино-2» и «Крылья Советов» 2006 года рождения. Стартовые составы команд. «Строгино-2» номер 88 Артем Дюшан. Номер 11 Ярослав Порошенко. Номер 26 Данила Новокшонов. Номер 17 Григорий Ломакин. Номер 18 Павел Лобанов. Номер 10 Давид Смыслов. Номер 12 Владислав Григорьев. Номер 14 Александр Кулин. Номер 77 Иван Коглов. Номер 15 капитан команды Максим Мирзудов. Номер 25 Руслан Кукужбаев. Главный тренер команды Дмитрий Николаевич Смирнов. Крылья Советов. Номер 1 Дмитрий Соколов. Номер 5 Дмитрий Грин. Номер 7 Георгий Даниэлев. Номер 8 Андрей Юдин. Номер 9 Александр Морозов. Номер 12 Максим Смирнов. Номер 14 Артем Дорошин. Номер 20 Олег Кумбалин. Номер 6 Кирилл Савастьянов. Номер 25 Александр Белков. Номер 15 Леонид Полторыхин. Главный судья матча Артем Лосов. Конечно,
один. Олег! 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 Хватай! Правая нога! Им один! Ближе! Представляешь, я вспоминал. Меня телефон слетел. Не записывай ничего ни перед Новым годом. Ты что сказать не Я тоже.
Yeah.
Гол в составе «Стрелки два» забил номер 26-й Данила Домокшона. Thank you.
Интересно скорее тренеров, наверное. Посмотрим, сейчас поговорим. Thank you.
Давай, 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 давай
Кричи, Гео! Гол в составе Стабинова забил на 10-й. Давид Смыслов. Yeah.
Отрабатывай давай. Давай.
Хорош! Все, все! Атаки! Атаки!
Хорош! Первый, снимаешь ты! Хорош, Иван! Хорош!